Мы не юристы. Нет, нет, слава Богу. Слава Богу, да. Слава Богу. Бог, как говорится, миловал. Не юристы, не гадалки. Мы будем смотреть за Юлией Саутер. Той самой Юлией Саутер, о которой я уже упоминал по ходу сегодняшней трансляции. Родом она из Германии, но уже не первый год выступает за команду Румынии. Причем выступает, пока не сказать, чтобы очень уж успешно. В прошлом году на Европе была лишь 35-й. Снова Селин Дион. Какой-то бенефис этой канадской вокалистки и во второй группе участниц. Ну, хотя бы песня другая. Так это не все одно и то же. Ручку подняла. Особо скоростью себя девочки не беспокоят. Они под знаком идут. Там ограничения. Без элемента. Такой длинный заход, и остановка, и в одну сторону до конца, и в другую сторону до конца, и целый круг, и двойной прыгнула. Второй половине. В самом центре площадки завершает свою короткую программу Юлия Саутер, выступающая за сборную Румынии, или Заутер, раз уж это Германия. Но это не очень принципиально, потому что с двойным прыжком... Вы думаете, фамилию мы можем путать, если она двойной прыгнула? Просто я думаю, что она не попадет в произвольную программу, и мы... И нам не надо запоминать. Почему же? Надо запоминать. Нет, это не будем запоминать. Я не понимаю, почему одну и ту же музыку все берут. А они же не знают, а что просто нет, делают. А потому что просто не думают. Просто то, что сверху лежит. Ну, вот так вот, чтобы не беспокоить себя. Ну, не беспокоить, не разбегаться, не думать о том, что ты делаешь в короткой программе. То есть любимый диск верхний, да, который верхний, взял? Верхний диск, вот он лежит, вот взяли Селин Дион, она хорошо поет, да, и вокал да, мило в одном темпе. И чтобы вот, вот в одном удобно. Темпе удобно, чтобы было. И не очень быстро. Это вообще не, да. Вообще, если хочешь 24 войти, надо немножко пошевеливаться, на мой взгляд. Ну вот. Надо удобно. Немножко пошевеливаться. И тренерскими мозгами, и собственными мозгами. И понимать, за счет чего ты войдешь в эти 24, которые катаются лучше всех в Европе. Звучит красиво. Вот с таким заклоном не войдешь. Звучит красиво. Войти в 24 лучше всех катающихся в Европе. В Европе. В Европе много катков, много открытых катков, много всего. 24 человека, которые лучше всего катаются.
и войти в тройку, которая просто несется до всех. Разве это не задача? Или в десятку? В десятку можно, в тройку вот для этих девушек нереально. Но должен быть какой-то ориентир. Или надо ИСУ оповещать, какую ты музыку берешь, и потом уже... 41,8 получает фигуристка, выступающая под румынским флагом. Это, скажем так, на грани. Скорее нет, чем да, но малюсенькие шансы все-таки она себе оставляет. Хотя с шестой позиции, ох, как непросто будет ей. Вся разминка должна упасть. Да там две впереди разминки. Вот именно. Падающих. Не падающих. Нет, там уже не падающих. Потому что как-то не хочется присутствовать на концерте Селин Дион. Потому что мы этого как бы не заказывали сегодня. Но получается, что мы присутствуем просто на первом отделении ее концерта. Пока мы присутствуем на бенефисе фигуристок, выступающих за северные страны. Мивека Лендфорд, Санна Лингерсен, Матильда Альгасон, Финляндия, Норвегия, Швеция. Хоккейный какой-то чемпионат пока. Почему хоккейный? У нас в прошлом веке, я так могу сказать. Я тоже оттуда. В прошлом веке у нас побеждали, были в призерах. И вообще оттуда пошел. Ульрих Сальхов, так, на секундочку. Оттуда многие люди. Пока у нас заливка льда, поэтому делаем небольшой.